Доброго времени суток всем хорошим людям. Зовут меня Андрей Ермолкевич. Приветствую вас в своей мастерской в гараже. Заканчиваю я эпопею с изготовлением шкафа. Получилось долго, но это все-таки, видите, шкаф — это не фиги воробьям показывать. Значит, делаю я крышку. Уже склеил я раму. У меня есть фанера, которую я заблаговременно облицевал шпоном. Сейчас вот тут вот намажу все клеем и приклею сверху, после чего микрошпильками все это дело прихвачу. Потом что буду делать? Потом, ну здесь у меня с небольшим припуском все это сделано. Потом я аккуратно отпилю все это дело уже точно в размер и обклею планками. Крышка склеена, остается дождаться, пока высохнет клей, отпилить уже окончательно в размер. Вот она у меня по ширине немножко с припуском тут сделана на вот эти вот неточности. Но по ширине я все это дело отпилю, ну потом надо будет пошлифовать, покрыть маслом и все. В общем-то, крышка готова. Делал я рамную конструкцию так, чтобы, ну в смысле довольно прочную, чтобы можно было вот на нее что-то поставить, если вдруг мне взбредет в голову такая затея. Хотя, в принципе, ну так вот в теории не предусматривается, что на этом шкафу будет что-то стоять. Ну, пускай будет так. А я пока займусь изготовлением ручек. Ну вот, закрепил я первую заготовку, установил шпиндель станка, вот такую вот орденовскую фрезу. Вот радиус получается у нее 6,35. Буду теперь выфрезеровывать такой декорчик. Поставил я во фрезерный стол вот такую вот фрезу. Но это фреза для минажниц, там для подносов. Ну, в общем, буду выбирать такую типа четверти. Для того, чтобы, ну, можно было вот это вот заготовочку такого плана превратить в ручку. Несколько раз я отодвигал упор. Ну вот, в итоге получились вот такого плана ручки. Остается их пошлифовать, ну и покрыть маслом. Сохнут ручки. Наверное, я их в три слоя маслом буду покрывать. Все-таки, ну как бы это ручки, за них хвататься буду постоянно. Поэтому три слоя масла не помешают. Отпилил я крышку в размер. Но все, остается только начисто все это дело пошлифовать и покрыть маслом. Ну, в общем-то, все. Вот, прикрутил я ручки. Крышку прикрутил, там сзади уже установлена задняя стенка из фанеры. В общем, что сказать, эпопея со шкафом закончена. На этом на сегодня все. Спасибо за просмотр. До свидания.